Как вакцина «Спутник Ви» формирует иммунитет? Препарат «Спутник Ви» получен биотехнологическим путем. Самого вируса в вакцине нет. При внутримышечном введении происходит выработка белка, на который формируется иммунитет. Вырабатываются антитела. Двухкратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Вакцина была испытана на группах добровольцев. Вакцина не содержит коронавирус, вызывающий COVID-19. Поэтому заболеть после прививки невозможно.